На этой неделе в столицу Чувашии прибудет пограничный сторожевой корабль «Чебоксары». Он бросит здесь якорь и станет музеем. Малый противолодочный корабль изготовлен на судостроительном заводе в Ярославле. С 1988 года числился в составе пограничных войск в Латвии. С 1993 перебазировался в Калининградскую область, где охранял государственную границу России. Имя «Чебоксары» ему присвоили в 1997 году. Корабль станет музеем истории военно-морского флота страны. Отдельная экспозиция расскажет о легендарном пути сторожевика.